Сегодня тысячи взрослых людей по всей России испытали чувства, которые, казалось бы, давно уже забыты. Это страх и трепет перед экзаменом. По всей стране для них прошел так называемый единый день сдачи ЕГЭ родителями. Нужно было сдать тест по русскому языку ровно в таких же условиях, как он проходит у обычных выпускников. Среди тех, кто решил себя испытать, были и известные родители. Им тоже пришлось бороться с сильнейшим стрессом. Ольга Князева наблюдала за происходящим. Так ли страшен ЕГЭ, как его малюют? Ведь обычно они ждут у дверей школы, волнуются, но не могут даже заглянуть в аудиторию. Сложно, на пятерку даже школьнику сложно сдать, поэтому мне, родителю, наверное, тоже сложно. Дай бог бы на четверочку. Многие из них последний экзамен писали лет 20 назад. Но как мама и папа сегодняшних выпускников такое пропустить не могли. Честно сказать, экзамен не настоящий, а волнение настоящее. У меня даже щеки покраснели от волнения. Москва, Хабаровск, Кострома. Полсотни регионов России сегодня пишут ЕГЭ по русскому языку для родителей. Вот есть такие задания, в которых нужно правильно ставить ударение. То есть в моем, так сказать, в мои школьные годы мы на это не обращали внимания. Поэтому вот это вот меня очень сильно удивило. Помещение для медицинских работников, аудитория для общественных наблюдателей, рамки, металлодетекторов. Все как на обычном экзамене, с той лишь разницей, что этот ЕГЭ продлится всего час. Родительское время – деньги. Среди сдающих родителей столицы – Александр Масляков-младший и музыкант Сергей Мазаев. Что ребенок вам сказал, когда узнал, что пишете? Папа, будь здоров, не волнуйся. Масляков признался, так много давно не зубрил к экзамену, готовился, помогала дочь. А Сергей Мазаев, наоборот, надеется на удачу. Я просто был немножечко такой шаловливый мальчик. Вот, и у меня с поведением было там не очень хорошо, а учился я успешно. Они сдают телефоны, показывают паспорта, получают точно такие же бланки, которые уже в мае будут держать в руках их дети, выпускники. С той лишь разницей, что родители здесь не для того, чтобы получать оценку, а чтобы ее поставить организаторам ЕГЭ. Подошла к двери, я потерялась, потому что меня никто не предупреждал, как это будет происходить. И я думаю, ребенок попадает в схожую ситуацию. Именно для того, чтобы развеять мифы и избавить родителей от лишних переживаний, была организована эта всероссийская акция. ЕГЭ школьники пишут уже почти 10 лет, а вопросов и сомнений все еще много. Психологи подтверждают, стресс у родителей больше, чем у школьников. Но именно этот стресс влияет на итоговую оценку по ЕГЭ. Общение с ребенком по поводу ЕГЭ не должно быть направлено на то, чтобы вызвать у ребенка какие-то эмоции. Страха, тревоги, вины, стыда. Оно должно быть направлено на дело. Что для этого может сделать родитель конкретно? Пойти в школу и очень охотно образовательные учреждения расскажут о том, какие ошибки допускают в целом ученики в ЕГЭ. Экзамен для родителей в Рособорнадзоре считают главным нововведением 2017 года. И если сегодня все останутся довольны, всероссийская акция станет традиционной. Судя по ажиотажу, войти в положение ребенка-выпускника готовы многие родители. Ольга Князева, Владимир Бокарев, Юлия Ходорова, Лилия Зорина и Ольга Карпова. Первый канал.